Утро ногой, все нынче как с песом. И только не могу себя простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить. До 10-12 бедовых, с тем, что главарями у детей, и с тем, что городишка прифронтовых встречает нас, как дорогих гостей. Машина обступает на стоянках, искать им воду бедрами не труд. Приносит мыло с полотенцем к танку, и сливы недозрелые суют. Шел бой за улицу, огонь врага был страшен. Мы прорывались в площади вперед. А он гвоздит, не выглянуть из башен. И черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за каким домишкой он примостился, столько всяких дыр. И вдруг в машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир. Я знаю, где их пушка, я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где же, где? А дайте я поеду на танке с вами, прямо приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. И вот мы катим в танке вчетвером. Стоит парнишка, мины, пулю свищут, и только рубашонка пузырем. Подъехали. Вот здесь. И с рота в тыл заходим, и полный газ даем. И эту пушку заодно с расчетом мы вмяли в рыхлый жирный чернозем. Я вытер пот, душила Гарри копоть. От дома к дому шел большой пожар. И помню, я сказал: спасибо, хлопец. И руку как товарищу пожал. Был трудный бой, все нынче как с просонку. И только не могу себе простить. Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, а как зовут, забыл его спросить.